Настроение, как видите, очень волнительное, возбужденное. В общем, конечно, они сейчас будут предпринимать попытки чуть ли не взять и штурмом сюда. Но, по-моему, вы все прекрасно понимаете, что так, здесь уже победа будет за законодателем, за законом. Торжество порядка, вот закона, конституции, мы это обеспечим. Поэтому не знаю, удастся ли вам передать или нет. Вот надо поддать, мы уже отдаем распоряжение по местам, по регионам, чтобы советы взяли под жесткий контроль, установили свою власть, так, чтобы не было никаких пропрезидентских, бывшего президента выступлений, вот, и чтобы сразу же был по всей стране установлен действительно конституционный порядок. Вы будете до конца здесь? А как же иначе? Конечно, безусловно.
не снимайте, зачем снимать? Да, ладно, все. Снимать надо. Сам будет, знаешь? Ребята, нормальный мужик, кто? А что он хочет? Не будет крови, иначе вас будут убивать. Безопасность для вас номер один. Все. Туда, туда, туда. Плесливый! Туда, на безопасность! Иди сюда! Ну, здесь ваши братья, ваши солдаты тоже собрались в доме совета. Ну, что вы такие трусливые, а? Дядя, знаешь, эти суки моих друзей же ухуярили, а я бы оружие бросил. Дядя, иди! Выйди сюда! Спокойно! Спокойно! Ну что, успокой огонь! Он жертвы! Повыгорит, говорят! Успокойно, дядя! Лева, мы в опасном месте. Прекратите провокации, что с другой стороны? Прекратите прием! Начальнику ГУВД возбуждено уголовное дело! Против начальника ГУВД возбуждено уголовное дело! Не смейте бить машины! Это государственный суд! Не надо! Не надо, уберите! Я вам говорю, 100%.
я не делал, нет, я бы, мы не часто здесь. Пожалуйста, солдаты. Сегодня вы будете уволены. Это хулиганье, не народ, хулиганье. Почему хулиганье? Не хулиганье. Почему? Успокойся. Я тебе Митя кровь свою обрубили. Успокойтесь. Я отбивал, я их не давал. Я думаю, да, потому что уже сделано много, но до окончательного успеха далеко. А финал каков будет? Финал будет возрождение. Thank you.
здесь, наверное. Давай. Ну, давай.